Я работаю в Астре чуть больше года. Я работаю 4,5 года. В компании Астра я работаю с 2007 года, это уже 13 лет. 7 лет с хвостиком. Ну, если быть точным, то 20 лет и 8 месяцев. О боже, 20 лет! Осенью будет уже 25 лет. Но пролетели они очень быстро. Как сказал Конфуций, если не хочешь работать ни дня, займись любимым делом. Вот у меня тот случай. Первый день был очень волнительным. Я пришла работать в отдел экспорта, и меня провели по всем кабинетам компании Astra. Я пришел на позицию ассистента. Мой день был очень интересный. Мне выдали литературу, подключили компьютер ко всем программам, и я начал работать. Первый день был ярким. Меня познакомили с коллегами внутри отдела, мне показали наш офис, мне показали кабинеты и познакомили в том числе с людьми, с которыми я работаю ежедневно по своей профессиональной деятельности. Мне очень захотелось попасть именно на Астру. Я звонил, наверное, месяца два, раз в неделю и спрашивал: ребята, не появились ли у вас вакансии? Их все не было, не было. Пришел и мой черед, меня пригласили на собеседование, и в этот же день, сразу после собеседования, мне сказали: приходи на работу. Первый день я очень хорошо помню. Это был такой теплый, ласковый, солнечный майский день. В этот день я переживала, нервничала, потому что я осознавала, что прошла 3 этапа собеседования, обошла нескольких кандидатов, даже со знанием турецкого языка. На должность мою нужны были именно такие люди. Первый день уже не вспомнить, но я помню, что я работал юристом, регистрировал компанию, и одновременно бухгалтерия, учет, контроль и процесс-менеджер, все вместе, насыщенно было, да. Было очень здорово, я осознавала, что это какая-то новая модель мышления, новая модель бизнеса, вообще новая вселенная. Для меня ценно в культуре любой компании, и в Астре особенно, это люди и команда, с которой я работаю, ну а также улыбки, которые мне дарят каждый день. Для меня ценнее всего это сотрудники, атмосфера в коллективе, доброжелательность. Ну, конечно же, сотрудники. У нас нету ни нефти, ни газа, и компания очень много уделяет времени, внимания, ресурсов своим сотрудникам. То есть ты можешь прийти обычным сотрудником и вырасти до уровня директора, управляющего. Это очень ценно в наше время. В культуре Астра мне нравится стиль общения и наша атмосфера, которая есть между сотрудниками и внутри компании. Особенная атмосфера свободы. Для меня это очень важно. Инициативы, идеи, они не просто поощряются, они принимаются, а также руководители и сотрудники, которые вокруг тебя, в принципе, помогают в реализации этих идей. И это очень круто, потому что это двигает компанию, это выводит ее на новый уровень, и мы все причастны к этому. В Астре мне особенно ценно неравнодушные люди, динамичные, активно развивающиеся, атмосфера создания возможностей для открытия талантов, для развития талантов. Компания должна оставаться молодой и постоянно пополняться молодыми сотрудниками. Эта динамичность важна мне. В коллективе Астра мне хорошо. Это команда, в которой мне комфортно, и я чувствую, что нахожусь на том месте, на котором давно должна была оказаться. В составе Астра я чувствую себя комфортно, я командный игрок. Наш коллектив очень добрый и готов всегда прийти на помощь. Для меня Астра – это как огромная большая семья, которую я очень люблю и ценю. В компании Астра я себя чувствую прекрасно. Мне очень нравится наша атмосфера, все сотрудники очень дружелюбны. Мне комфортно здесь работать. Просто скажу, что мне очень классно. Я хожу на работу с удовольствием. И чем больше разрешают, позволяют и инициируют какие-то свободы, какие-то интересные перспективные идеи, тем лучше, круче с каждым днем. Я рад вас приветствовать в Астра. Добро пожаловать на борт. Я желаю вам динамичного старта и успешной карьеры в Астра. Я надеюсь, вы сможете качественно выполнять свою работу, проявлять инициативу, реализовывать интересные проекты. Дерзайте! Спасибо за то, что выбрали нашу компанию. Успехов вам и всего самого наилучшего!